Приближается сезон охоты. Представители инспекции экологического надзора встретились с охотниками в Амге. В канун открытия сезона охоты на водоплавающую дичь с использованием подсадных уток в Амге провели встречу с охотниками. Встречу организовала инспекция экологического надзора совместно с местной администрацией. Мероприятие началось с обряда очищения алгыз в доме Айи. После этого охотникам озвучил информацию начальник государственного экологического надзора и представитель КЧС Улуса. Также охотники смогли задать интересующие их вопросы в неофициальной обстановке. В Амгинском Улусе сезон охоты на водоплавающую дичь с подсадной уткой начинается завтра и продлится до 20 мая. От охотников поступило очень много вопросов по срокам, по нормам добычи, по подсадной, по правилам охоты. Разъяснили. Провели инструктаж по пожарной безопасности, по правилам поведения на водных объектах для безопасности. Но считаю, что вот такое мероприятие, которое сегодня провела администрация Неслега, нужные для охотников. Поэтому почаще надо проводить для мужского населения вот такие разъяснительные мероприятия, встречи.